действительно, мы потеряли шансы пройти в следующий этап, но Лига чемпионов – это те соревнования, которые мечтают играть каждый гандболист, поэтому у нас осталось бороться только за себя и за свой клуб, поэтому я думаю, что мы выйдем завтра 100% мотивированы и будем бороться за каждый мяч. В прошлом сезоне сыграли дома с Ливерпулем. Насколько сейчас изменилось соотношение? С того момента прошло немало времени, и у нас есть изменения, и у соперников есть изменения, поэтому будет другая игра, и я скажу, что, наверное, нас точно ждет непростой матч. Ну, это точно будет другая игра, и все покажет матч. Что сказать о игре Вибикольцич и чего ожидать от польской команды? Ну, это команда, которая в последнее время претендует на выход в финал четырех, поэтому они имеют классных игроков, которые показали себя неплохо на чемпионате, последнем чемпионате Европы. И, конечно, команда будет соперника настраиваться на победу, и им нужны очки, чтобы занять более выгодное положение перед плей-оффами. Поэтому легкой игры точно мы не ждем, а опять же повторюсь, все будет ясно после игры. Можно ли рассчитывать на успех против Вибикольцич с учетом того, что мотор оказался в некотором спаде? Проиграли дома матч Бресту, затем крупное поражение в Арту. Еще раз. Можно ли рассчитывать на успех? Ну, перед матчем должны все шансы, как обычно говорятся, 50 на 50. Шансы есть всегда, поэтому будем бороться, а как мы им воспользуемся, покажет игра. Все больше приходится играть молодежи, Паралича, Кравченко, Касай, Будко. Насколько им тяжело соответствовать уровню Лиги чемпионов? Ну, действительно, они попали в такую ситуацию, где надо сделать очень большой шаг от чемпионата Украины к Лиге чемпионов. К сожалению, у нас уровень не такой, чтобы чемпионат, я имею в виду, чтобы здесь были готовые игроки уже на такой уровень. Поэтому им сложно, но я скажу, что, наверное, для них очень почетно иметь время в таком турнире. Все ли готовы выйти завтра на площадку? Если нет, то есть какие-то травмы? Ну, кроме Донцова, все готовы. Кто из вратарей попадет в заявку? Ну, у нас ситуация сложилась такая, что у нас остались только два вратаря, это Комок и Будко, и они будут в заявке. Что думаете о назначении Гиндереса, который взял мотор по окончанию сезона? Ну, это решение клуба, и Гиндерес опытный тренер, у него есть за плечами работа в хороших командах, поэтому руководство посчитало, что это будет лучший шаг для развития клуба. Поэтому только поддерживаю, и будет интересно поработать с таким опытным специалистом.